В Москве на 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова. Об этом сообщили в театре имени Ермоловой, где служила актриса. Там отметили, что российское искусство понесло невосполнимую утрату. За долгую творческую жизнь Александра Назарова сыграла десятки ярких ролей в театре, кино и на телевидении. О дате, времени и месте прощания с актрисой пока не сообщается.